Здравствуйте! В эфире передача «Будьте в форме» и мы ее ведущие Виктория и Юлия. Здравствуйте! И мы, как всегда, постараемся сделать ваши тренировки еще веселее, эффективнее и разнообразнее. Знаешь, Вик, честно говоря, мне уже надоели эти однообразные тренировки на беговой дорожке. Скажи, чем мы можем разнообразить свою тренировку? О чем мы сегодня расскажем зрителям? Ты знаешь, Юль, я хотела тебе сегодня предложить степ-аэробику. На данный момент это одна из самых простых и эффективных стилей в современной аэробике. Степ в переводе с английского переводится как в буквальном смысле слова «обыкновенный шаг». Здорово! И пусть это будет наш первый шаг на пути к стройной и натренированной фигуре. Юль, пойдем убедимся на собственном опыте, какие результаты нам может дать степ-аэробика. Пойдем. Пойдем. Степ-аэробика – это танцевальные движения, выполняемые на специальной платформе, именуемой степпером. Степ в качестве аэробики был изобретен в США известным фитнес-инструктором Джиной Миллер. Она приспособила его для своих ежедневных тренировок после перенесенной ею травмы колена. Первым тренажером, которым она воспользовалась для выздоровления, были ступеньки крыльца ее собственного дома. Именно это и побудило ее создать совершенно новый вид аэробики, за основу которого она решила взять упражнения из своего домашнего реабилитационного комплекса. Здравствуйте, Юлия! Сегодня мы пришли к вам на степ-аэробику. Скажите, пожалуйста, чем эта тренировка отличается от других? Все очень просто. На данной тренировке вы не накачаете целую гору мышц в ненужных местах, а сможете получить свое гармонично развитое тело, прекрасную осанку. Также сможете выработать красивые движения. Кстати, степ-аэробика является одним из самых быстрых способов сделать себе талию. Скажите, я так понимаю, что все упражнения выполняются на специальных степ-платформах. Это правильно? Да. Это такая платформа, высоту которой можно отрегулировать в зависимости от нагрузки. Платформа должна быть достаточно широкой, чтобы на нее поставить обе ноги, но не настолько, чтобы можно было их широко расставить. А вот мне кажется, что степ-аэробика очень схожа с классической аэробикой. Это верно? Не совсем, но существует немаловажное отличие степ-аэробики от классической аэробики. Это то, что выполняя аналогичные движения, мы достигаем гораздо большего результата. А следовательно, он не заставит себя долго ждать. Скажите, Юлия, а каких результатов мы можем ожидать от этой тренировки? Данная тренировка воздействует на все тело комплексно, а следовательно, ваше тело будет более стройным, гибким и подтянутым. Спасибо. Вы так интересно рассказываете. Мне кажется, уже пришла пора опробовать эту тренировку на себе. Тогда не будем терять времени, берем степ-платформу и идем заниматься. Степ-аэробика насчитывает более 200 движений, которые могут выполнять люди с любым уровнем подготовки, вне зависимости от возраста. Упражнения помогают поддерживать мышцы в тонусе и сбросить лишний вес. Учитывая ваши потребности, тренер поможет подобрать необходимый комплекс. Самое главное, занятие проходит буквально на одном дыхании. Оно очень эмоциональное и энергозатратное. Танцевальные движения, постоянное изменение ритма тренировки и разнообразие упражнений сделают вашу тренировку веселой, задорной и приравняют ее к полноценной пробежке в быстром темпе.
Степ-аэробика помогает быстро привести фигуру в порядок. Привести все мышцы в тонус. За занятие сжигается около 500 калорий. Занимаясь степом, вы увидите, что это достаточно простой и не такой уж изнурительный способ расставания с лишними килограммами. А так как нагрузка идет не в силовой, а в аэробной форме, это наилучшая тренировка сердечно-сосудистой системы и дыхания. Вырабатывается выносливость организма, улучшается осанка, походка, координация движений и гибкость суставов. Степ-аэробика оказывает хорошее действие не только на физическое состояние человека, но и на психологическое. На тренировках всегда весело и приятно, они снимают стресс и повышают настроение. Спасибо большое, Юль. Тренировка мне очень понравилась. Скажите, пожалуйста, кому можно заниматься степ-аэробикой, а кому нельзя? Противопоказаний почти нет. Степ помогает при артрите и остеопорозе, который связан с малоподвижным образом жизни. Также это хорошая тренировка для сжигания лишнего жира и укрепления мышц. Понятно. Юль, а теперь давай подведем итоги. Так чем же полезны занятия по степ-аэробике? Давай. Степ-аэробика подходит для всех возрастов и всех уровней подготовки. Это отличное занятие для поддержания хорошей физической формы и здоровья. Степ-аэробика станет незаменимым помощником для создания красивой фигуры. Основная нагрузка приходится на бедра, ягодицы и живот, на те зоны, которые у многих являются проблемными. Регулярно занимаясь, можно привести в норму работу вестибулярного аппарата, укрепить сердечно-сосудистую систему, сбросить лишний вес и улучшить фигуру. Во время коллективных занятий улучшается настроение, снимается стресс, что приводит к улучшению самооценки. И помните, когда вы тренируетесь годами, вам не о чем сожалеть. Даже если вы не стали чемпионами, вы все равно стали лучше. Поэтому становитесь лучше, собирайтесь и приходите к нам в фитнес-центр Vita Club. Занимайтесь в удовольствие и будьте в форме!